Nedir ya? Yurt olmaz da olur. Dikdense bu yurt imamında renk bulacak diye. Yani. Dik dişi dişi, harfiz bulur. Dik alınsa bulur diye. Yani. Kıvı var. Жаужа Тузиева воспитала 4 сыновей, а сегодня она счастливая бабушка 12 внуков. Особая гордость семьи – это дети сына, которые 13 лет прожили в Арабских Эмиратах и посвятили все эти годы глубокому изучению Корана. Один из них с 2014 года является имамом мечети сельского поселения Пседах. Визит сотрудников и главы администрации Малгобекского района для Жаужа стал приятной неожиданностью. Далее представители администрации отправились в Сагапши поздравить Зину Келигову. У женщины 4 детей и 24 внука, в числе которых есть и сирота. Мать у мальчика умерла 6 лет назад. И бабушка всеми силами старается окутать ребенка материнской любовью. Ева Илиева одна воспитывает 6 детей. Их отец погиб при исполнении служебного долга. Сегодня в этой дружной семье живут любовь и спокойствие. Мама смогла поддержать детей после трагедии. А недавно Ева Илиева стала бабушкой. У нее родился первый внук. Из-за домашних хлопот Марит Илиева забыла поздравить маму, но дочь во всем помогает ей, а это лучшее ее поздравление. Мама, поздравляю с днем матери. Мадан Зейтова тоже одна воспитывает 6 детей, 2 из которых инвалиды. Мадан, впрочем, как и все мамы, визиту с подарками очень обрадовалась. У детей тоже праздничное настроение. Люблю тут строгий стройный вид, невыдержанное течение, береговой ее гранит. Мам, поздравляем с днем матери. Поздравляю маму и всех мам республики. С днем матери. В списке мам были составлены не случайно. Прежде всего, при отборе учитывали многодетных мам, которые одни воспитывают детей в трудных материальных условиях. Такие мероприятия организуются для того, чтобы просто сделать этим людям хотя бы немного внимания, сделать немного приятно им, чтобы они чувствовали себя незабытыми, востребованными. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех матерей. Всех будущих матерей с этим хорошим, добрым праздником, пожелать им успеха, счастья, здоровья и счастливой жизни. Такие мероприятия работниками района администрации по поручению главы Ингушетии проводятся каждый год. Зельмухан Калоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.